считаете, Путин либерал? Путин государственник. Это главное. А этатист не может быть либерал. То есть вы считаете, что это государственник и либерал, это несовместимо? Нет, почему? Просто я вообще не сторонник каких-то, так сказать, навешивания ярлыков или каких-то. Или гордое знание. Какое? О, и то, и другое. В чистом виде вообще давно перестало существовать. То есть это может существовать только в каких-то крайних проявлениях. Mm-hmm. Все-таки нормальный, современный человек, политик, он совмещает, он просто ищет пользу. Если говорить о главе государства, глава mm-hmm. государства ищет пользу для страны и народа. И mm-hmm. это, наверное, главное. Mm-hmm. Ищет и находит? А, ищет в чем-то находит. В случае с Путиным. Ищет в чем-то находит, в чем-то mm-hmm. сомневается, продолжает искать. А в сфере культуры, вот в вашей сфере, он игрок? То есть он человек, который влияет на те или иные тенденции? Конечно, есть проблемы, которые волнуют его больше, mm-hmm. которые более остро стоят на повестке дня. Но он, во-первых, достаточно хорошо знает и глубоко разбирается в том, что происходит в культуре, и бесспорно считает это одним из приоритетов, поддерживает об этом масса свидетельств. Как бы недавний форум в Санкт-Петербурге, где, в общем, было принято, на мой взгляд, очень важное решение о такой совершенно такой целенаправленной поддержке поиска молодых талантов и форум их поддержки в дальнейшем. Угу. Важное решение. Угу.